В Ивановской области пройдет первый российский фестиваль гитарной музыки. Он состоится в центре Плеса на набережной. О том, как будет проходить музыкальный форум, журналистам рассказали на пресс-конференции в Москве. Ожидается, что в небольшой городок на Волге приедут почти 3000 участников и гостей. Это больше, чем местных жителей. Мы выбрали один из самых маленьких городов, по крайней мере, на Волге, город Плес. 2800 проживает человек в этом небольшом городке. Но, тем не менее, уже на сегодняшний день Плес является по существу культурной столицей нашей Ивановской области. Фестиваль будет идти 2 дня, 26 и 27 июля. На концертных площадках выступит более 20 коллективов различных стилей и направлений гитарной музыки. Фестиваль соберет со всей России и профессиональных, и начинающих гитаристов. Свое участие уже подтвердили известные музыканты Антон Давидянц, Дмитрий Малолетов, Ред Белинский. У нас будет главная сцена, где будет в основном, не в основном, а только живой звук. То есть у нас фестиваль проходит без фонограммы, у нас фестиваль проходит без плейбека, у нас выходят честные музыканты и честно играют то, что умеют делать. На второй площадке фестиваля будут проходить мастер-классы, мини-концерты, откроется выставка фотографий и эксклюзивных гитар. Хедлайнером фестиваля станет музыкант, автор песен Дмитрий Четвергов. В Иванове он был уже несколько раз и планирует посетить Ивановскую землю снова. Правда, есть вероятность, что музыкант может задержаться в Сочи. У меня там накануне будет тоже важное мероприятие. Почему? Потому что изначально ведь фестиваль назначался на июль. На начало июля, да. И были запланированы концерты в другом месте. Самое главное, чтобы самолет вовремя вылетел, прилетел. Организаторы готовят для участников и гостей фестиваля гитарной музыки сюрприз. В Плес приедет специальный гость. Пока мы про него молчим, но очень серьезный музыкант, очень известный из западной группы. Пока он у нас рояль в кустах. Почетным гостем пресс-конференции стал легендарный израильский блюз-рок-гитарист, певец и композитор Лейзер Ллойд. Вместе с Дмитрием Четверговым «Золотой гитарой России» виртуоз выступил для гостей вечером. Впервые в истории на сцене два лучших гитариста Израиля и России – Дмитрий Четвергов и Лейзер Ллойд. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново, Москва.